Группа компаний «Чистый город» вошла в список системообразующих предприятий нашего региона, а потому продолжает свою работу в период пандемии коронавируса. Клининговая фирма уже давно является одной из ведущих в деле дезинфекции помещений. На этот раз сотрудники компании вели санобработку на Тверском полиграфическом комбинате. На предприятии ежедневно трудятся сотни людей, и в сложный эпидемиологический период очень важно соблюдать меры профилактики. Большая площадь полиграфкомбината не позволяет предприятию проводить дезинфекцию помещений своими силами, а потому на помощь приходят профессионалы своего дела. Сначала на заводе наводится традиционная влажная уборка, после чего сотрудники фирмы «Чистый город», облаченные в защитные костюмы и респираторы, берут в руки профессиональные распылители и дезинфекторы. Метр за метром, станок за станком, цех за цехом. Не упускается ни одна деталь, ни один угол, ни одна кнопка или ручка двери. Раствор наносится именно на те места, с которыми чаще всего контактируют сотрудники. Это могут быть выключатели, перила, это лифтовые панели, ну, естественно, пол стены. Является он совершенно безопасным, безобидным для людей и для их здоровья. Обработка помещений и станков полиграфического комбината ведется спиртосодержащей жидкостью, уже зарекомендовавшей себя в деле борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Работа, безусловно, тяжелая. В защитных костюмах сотрудникам фирмы «Чистый город» приходится проводить достаточно много времени. Но на кону, как говорится, человеческие жизни. Подобную санобработку на Тверском полиграфическом комбинате «Чистый город» проводит регулярно. Также компания убирает и дезинфицирует другие учреждения и предприятия города. И воспользоваться услугами фирмы может и даже должна та компания, которая заботится о здоровье своих сотрудников.